В октябре 2020 года был представлен велобайк E-Rocket, обгоняющий машины. Данный электробайк, разработанный одноименной компанией E-Rocket, способен развивать скорость до 80 км в час, причем на нем совсем нет ручки газа. Чтобы увеличить или поддерживать скорость, нужно постоянно крутить педали, что дает вам ощущение нечеловеческой силы. Механической связи между колесами и педалями также нет. Педали подключены к генератору, а тот питает электродвигатель у задних колес. И такая система получения энергии, как по мне, заметно выигрывает перед своими аккумуляторными аналогами, которые обладают запасом хода и зарядом, по истечении которого нужно либо переходить на привычное топливо, например, тот же бензин, или останавливаться посреди дороги и ждать, когда кто-то привезет зарядку для автомобиля. Конечно, таких случаев практически не встретишь, но они все-таки есть. А здесь электробайк будет работать так долго, пока человек способен крутить педали. Поскольку генератор вырабатывает энергию от кручения педалей и передает ее на электромотор заднего колеса, все, что нужно, это обеспечить человека энергией, чтобы он мог вечно крутить такое чудо техники. А если, например, снять заднее колесо и подключить электромотор к чему-то другому, например, стиральной машине или освещению на стадионе, то можно добиться дешевого способа получения энергии. Ну а вообще такой электробайк очень экологичен и позволяет водителю быстро и без затрат на топливо добраться до нужной точки, причем достаточно быстро.